Деятельность Объединенного совета компании «Алроса» в последние годы пошла на спад. Вернуться к прежней форме работы хотят сегодняшние активисты. Начали собрание молодых специалистов предприятия «Алмаздортранс». Какие решения были приняты в ходе этой встречи, расскажут коллеги в Ленске. В таком составе молодежь не собиралась ни разу. Последние годы работа Совета молодых специалистов ленских подразделений «Алроса» ограничивалась разовыми мероприятиями. В причинах уже не разбираются. Уверены, нужно возобновлять работу полноценного совета. Начали с конференции молодых специалистов подразделений «Алмаздортранса». Пока цель одна – объединение. Нам необходимо, чтобы это был реально существующий коллектив, движение молодежи, объединенное представителями подразделений, которые могли бы в свою очередь в подразделениях проводить работу с молодыми специалистами, рабочей молодежью, реализовывать всевозможные мероприятия, которые у нас на различных уровнях заявлены. Это в том числе и корпоративные мероприятия. Новому движению свою помощь предложили те, кто когда-то стоял у истоков Объединенного совета Ленской площадки, а сегодня занимает руководящие должности в подразделениях. Опыт наработан хороший, положительно на объединение специалистов реагирует и нынешнее руководство «Алмаздортранса». Данное движение, оно очень важно, оно на сегодняшний день нужно. В общем-то, прекрасно знаете, что люди, которые уже в достаточно таком, возрасте, они становятся инертными в любом случае, поэтому все же ставится упор на именно на молодежь, людей, которые, по-новому смотрят на многие вещи. Повестку первой конференции включили избрание нового актива и председателя. Это сделали практически вслепую. Оправдают ли себя вновь избранные представители совета, покажет время и личные инициативы. Пока собственный план работы не готов, их можно применить в реализации проектов Года молодежи в республике. О них рассказали здесь же, на конференции. Многих я здесь знаю, это радует. И есть те, кто были раньше в составе молодых специалистов, совета объединенного. И можно было говорить о том, что молодые специалисты «Алроса» ранее были самыми активными общественниками в общественной молодежной жизни района. Я думаю, что с новым составом совета получится возобновить эту работу. Первые встречи помогут новому совету определиться с перспективными планами, оценить собственные силы. Пока есть желание собрать команду КВН для участия в «Алмазной лиге» и продолжить участие в спортивных мероприятиях района. Олеся Васева, Сергей Счастный, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».